Дмитрий Владимирович Востриков, исполнительный директор Руспродсоюз в студии Retail.ru в диалоге о ритейле. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Владимирович, первый вопрос. Сейчас все участники рынка обсуждают отношения между поставщиком и сетями. На ваш взгляд, как они должны регулироваться? Нужен ли рынку отдельный регулятор, или же отрасль уже созрела к тому, чтобы регулировать себя собственными силами? Ну, мы долго шли по пути саморегулирования, вот, и до сих пор остаемся на позициях того, что качественнее и более оперативно и в деталях прописать какие-то нормы в законе просто невозможно. Вот, другой вопрос, что все участники признают, что недостаточно исполнимости решений норм саморегулирования. Вот, и в этом направлении мы собираемся двигаться дальше. Вот сегодня на сессии как раз обсуждали возможные пути, вот, и делились коллеги опытом там, той же Англии. Вот, есть большая уверенность в том, что саморегулирование может работать только в том случае, если все-таки рядом стоит государство с каким-то дамокловым мечом, да, вот, и под этой угрозой, собственно, да, участники рынка, независимо от того, какая у них весовая категория, какая переговорная позиция, они могут договариваться. Вот. Почему рынок Англии? Потому что там есть вот, единственный индикатор, который, собственно, оборотный штраф может наложить на контрагента в случае невыполнения норм саморегулирования. Вот. То есть мы верим в то, что игроки рынка более детально могут описать все бизнес-процессы, потому что они знают предметно и варятся в этом процессе торговой деятельности. Соответственно, те моменты, которые невозможно просто физически прописать в законе о торговле, вот, их можно описать в саморегулировании. Остается заставить просто эту штуку работать. То есть мы много норм уже написаны и согласованы с ритейлом. Сейчас мы готовим вторую редакцию как бы КДП, не отменяя действия первой редакции. Вот. Соответственно, мы внесем туда больше моментов и с точки зрения покупателей, и с точки зрения участников рынка, и с точки зрения качества. Дмитрий, скажите, а существует такой инструмент, как кодекс добросовестных практик? Насколько он сейчас работает и насколько перспективно его применение? Ну, здесь та же самая особенность, которую мы перечислили. То есть нормы мы считаем согласованными и нормы правильные. Вот, остается только работать над их исполнением. Потому что буквально пару лет назад мы договаривались, что для того, чтобы кодекс был применим к договорам поставки и решения комиссии исполнялись, необходимо дополнительное соглашение, которое применяет, ратифицирует эти нормы к договору поставки. И мне здесь кажется, что лучше, чем путь того, что вступивший в КДП, присоединившийся к механизмам саморегулирования, получает некие конкурентные преимущества и более четкие правила игры, вот за счет как раз норм кодекса, вот, которые он может применять. То есть здесь нам не хватает пряников, которые привлекали бы участников рынка к процессу саморегулирования. Ну и с другой стороны, должна быть и внятная ответственность, которая применяется к тем, кто не исполняет этот кодекс. То есть если это будет, как на Западе, деловая среда, в которой партнеры понимают, что присоединившись, они могут доверять друг другу, они понимают, что это надежный партнер, который придерживается этот норм, как там торговое уложение, там купеческие там, договоренности и слово, да, вот тогда, да, этот механизм заработает. То есть здесь важна ценность, понимание ценности репутации у участников рынка, собственной репутации. Ну, конечно, конечно, да. Ну и плюсы должны быть внятные и понятные, да, что, допустим, я всегда привожу несколько норм, которые работают, да, вот процесс согласования цены, который заложен статьей 8 КДП. Федеральным законом это никак не регулируется. То есть есть месяц на то, чтобы согласовать цены. Если цена не согласована, тогда поставщик может не работать в убыток, а прекратить без штрафов поставки. С другой стороны, ритейлер должен требовать, чтобы эти 30 дней поставки шли регулярно и чтобы сеть на себе не испытывала сбоев в поставках. Вот для исполнения
всего вышеперечисленного. И какие, на ваш взгляд, нужны ли или не нужны изменения закону о торговле в существующей редакции? Мы пока анализируем, что надо для того, чтобы ввести, допустим, такой механизм, как эдикейтор, да, потому что мы понимаем, что это действительно изменение законодательной среды. Просто так человек какие-то штрафы выписывать не может. Это, да, должно быть отражено в законе, пока мы четко не можем сказать, в каком. Да, либо в саморегулируемых организациях, либо это закон о торговле, вот, либо в законе о конкуренции. То есть, ну, должно быть правовое основание для деятельности данного человека, если уж он будет пользоваться инструментами понуждения нерадивых там контрагентов, да, вот, и заставлять их исполнять эти решения. То есть сейчас мы вот в формате, вот в новой редакции мы хотим исправить первое, это то, что сейчас записано в КДП, что присоединение ассоциации к КДП не означает обязанности исполнения норм саморегулирования участниками ассоциации. Мы считаем это неправильно, потому что если ассоциация подтвердила и присоединилась к КДП, значит, оно согласно с этими целями и задачами. В уставе любой ассоциации написано, что участник, который не разделяет цели и задачи ассоциации, может быть исключен. То есть таким образом должна быть вот прописана эта связка. Но в КДП мы хотим написать, что если ассоциация присоединилась к саморегулированию КДП, то все участники данного отраслевого союза, они должны исполнять нормы саморегулирования.